Всем привет! Сегодня в студии планшет среднего сегмента Huawei MediaPad M5 Lite. Что в нем особенного? Сейчас расскажу. Камеры. Основная и фронтальная имеют разрешение 8 мегапикселей. Помимо основного предназначения, фронтальная может использоваться для биометрической аутентификации, то есть для разблокировки устройства с помощью распознавания по лицу, а основная камера подойдет как для сканирования QR-кодов, так и для фотографирования текста, благодаря чему вы сможете пользоваться удобными функциями не только в смартфоне, но и в планшете. Яркий дисплей. У M5 Lite IPS дисплей с разрешением 1920 на 1200 точек с хорошей цветопередачей, что позволит наслаждаться использованием планшета без вреда для глаз. А благодаря технологии Clarity View, которая делает изображение ярче и насыщеннее, использовать гаджет на улице в солнечную погоду не проблема. 4 динамика от Harman Kardon. Их качеству позавидуют любые устройства. Звук громкий, чистый, с глубокими басами. Смотреть кино или слушать музыку на таком устройстве – одно удовольствие. А благодаря емкой батарее 7500 мАч, полного заряда хватит для 10-часового воспроизведения офлайн-видео в формате 1080p. Планшет отлично будет работать в течение всего рабочего дня. Huawei MediaPad M5 Lite – универсальное устройство, которое подойдет для прослушивания музыки, интернет-серфинга и просмотра фильмов. Выбирайте товар на сайте и оплачивайте как вам удобно, онлайн, при получении товара или оформляйте беспроцентную рассрочку. Получить товар вы сможете в одном из наших салонов ноу-хау, или его может привезти курьер к вам домой или в офис. А если вы еще не определились с товаром, то позвоните нашим онлайн-экспертам. Они расскажут о товаре, ответят на интересующие вас вопросы и помогут оформить заказ. Экономьте время и бюджет с умными покупками в ноу-хау. Ждем вас!